Как и обещали столичные власти, проект «Открытый город» продолжил существование в этом году. Чтобы горожане не оставались один на один со своими проблемами и не копили недовольство, несколько раз в месяц в Чебоксарах проходят встречи с представителями администрации. Впервые в этом году с жителями встретился глава администрации столицы Алексей Ладыков. Да. Давайте пропустим вопрос. Да, может быть, вы как-то вот, да, внимание проявите. Осторожно. Обсуждение проблем может принять негативную окраску. Но это не отменяет важности каждой темы. Алексей Ладыков настроился на конструктивный диалог и жестко пресекал попытки перевести разговор в обвинительное русло. За вечер прозвучало около 100 вопросов. Они касались перспектив развития транспорта, строительства школ и детских садов, тарифов ЖКХ и обеспечения безопасности граждан. Вот же вы дома разливаете. Когда будет принято постановление о закрытии? На территории города, да, есть такие кафе, небольшой площади, в которых торгуют алкоголем, разливают его. После неоднократных встреч с жителями мы начали с этой проблемой бороться. Пока результата нет, но сегодня мы вышли в суд по закрытию кафе, значит, два кафе, по-моему, Дубай одно называется, на Воюшном районе, и у Петровича в северо-западном. Совместно с Роспотребнадзором. Сейчас обкатаем практику, попытаемся их закрыть. Если это получится, будем распространять на следующий. Алексей Ладыков подчеркнул, одна из приоритетных задач городской власти – это полная прозрачность действий. И подобные встречи тому доказательство. Следующая состоится уже 18 февраля. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.